Центральной библиотеки имени Горького многолюдно. Своих читателей библиотека пригласила на праздник – День семьи, любви и верности. А главными героями дня стала супружеская пара – Николай Петрович и Нина Ивановна Запорожцевы. В этом году они отметили золотую свадьбу. Я приехала сюда с Беларуси, я сама белорусская. Приехала, 17 лет было, поступила на фабрику работать, школу закончила, на фабрике в деревне жила. Ну и на танцах, как все, да, по Шахтине Светаевской. На танцах познакомились, повстречались, а потом пошел он в армию, на 2 года в армию. 2 года служил в Германии, пришел с армии. Еще 1/2 года повстречались и поженились. Дочка и сын у нас, и это 4 внуков, и 2 правнучка уже. Ну, тогда поделитесь вот секретом своего такого семейного долголетия. Что нужно сделать, чтобы так прожить? Счастливо. Прощать все, любить друг друга, да, верность, чтобы была. Мы как-то верны один одному, всю жизнь прожили так мы. Для юбиляров в этот день звучали песни в исполнении самодеятельного коллектива «Истоки» клуба поселка Горького. Праздник святых покровителей любви и верности Петра и Февронии Муромских почитают в России. Вот и в Новошахтинске нашлось немало желающих зарегистрировать свой брак именно в этот день. У нас сегодня в ЗАГСе зарегистрирует свой брак 16 семей. Я думаю, это немало, да? И дай Бог, чтобы эти браки были сильными, были мирными, были счастливыми и, конечно же, долгими. Я хочу поздравить еще раз ваши семьи, ваших детей, ваших близких, пожилых людей, чтобы в ваших семьях всем было комфортно. Любите, уважайте и берегите друг друга. Благочинный приходов Новошахтинского округа протоиерей Роман Амплеев специально приехал, чтобы вручить семье Запорожцевых медаль за любовь и верность. Мы благожелаем, просим вас, за всех нас здесь присутствующих помолитесь с высоты ваших 50 лет. И дай Бог, чтобы мы, все те, кто здесь находится, жили в счастливых семейных отношениях, где основа семья, любовь и верность. Благожелаю вам много-много благолеток. Вот, вы улыбчивые, вы счастливые, вы довольные. Дай Бог, чтобы вот мы, все здесь присутствующие, от вас чудышку взяли вашей мудрости, тепла, любви, доброты, рассудительности. Вам, это вам и это от губернатора нашей области вам такой памятный, красивый, добрый знак. И фотография на память для детей, внуков и правнуков.